Югорчан приглашают поделиться идеями по озеленению общественной территории. В округе завершился региональный этап форума «Сильные идеи для нового времени», в рамках которого проект «Зеленая библиотека» получил поддержку. Так жители Югры смогут принять участие в создании экологического пространства вокруг себя – в библиотеках, кафе, офисах и других городских заведениях. Чтобы присоединиться к проекту, нужно заполнить анкету и предложить места для реализации зеленых зон в своем муниципалитете. Сделать это можно на портале «Открытый регион Югра» до 30 сентября.